Шаббат шалом, дорогие братья и сестры! Меня зовут Олег Щепанский, и сегодня я хочу вам рассказать об одном из служений нашей общины. Это служение домашних групп. Как нам известно из книги Деяний, что во время первоапостольской церкви верующие собирались по домам, где преломляли хлеб, принимали пищу, хвалили Бога, и Господь прилагал спасаемых к церкви. Спасибо Тебе, Боже, что к Тебе единому душа наша рвется, Господь, к Богу крепкому, к Богу сильному, Боже. Параллельные домашние группы – это общины, община наша. И у нас также есть домашние группы, на которых мы в простоте и веселье славим Господа, изучаем Его Слово, молимся друг за друга и нужды общины, празднуем праздники Господни, принимаем участие в жизни друг друга, выезжаем на пикники. И Бог отвечает на наши молитвы. Прежде чем мы начнем служение, я хочу засвидетельствовать о том, как Господь ответил на наши молитвы. На прошлом служении мы с вами молились о том, что у моей сестры было подозрение на рак груди. И великая слава Господа в том, что пришли анализы, результаты анализов биопсии, и Бог великий и могущественный прославился, и диагноз онкологии, диагноз рак груди, он просто не подтвердился. Что же такое домашняя группа? Домашняя группа – это семья. Домашняя группа – это не просто семья. Это семья внутри большой семьи, внутри общины. И наша община, она состоит из таких семей, из таких домашних групп. И если вы хотите стать частью этого служения, если вы хотите приносить плод в Царстве Божьем, исполнять Его волю, если вы хотите, чтобы наша община созидалась, мы приглашаем вас стать участниками этого служения. Наши дома и наши сердца открыты для вас.